Всем привет, дорогие друзья! В декабре я выкладывал у себя на канале видео «Пушка по заработку без вложений», и с вашей стороны набежало очень много вопросов. Вопросов, как выводить средства, выводятся ли они вообще с данного сайта, или это какой-то очередной лохотрон, сколько вообще можно зарабатывать, как правильно вообще начать зарабатывать на данном сайте и так далее. В своем предыдущем видосе я, в принципе, все рассказал подробно про данный сайт, кроме вывода средств. Сегодня я хочу показать, сколько я уже заработал на данном сайте. Также расскажу про вывод средств и расскажу для тех, кто еще не видел мое предыдущее видео, как на нем можно зарабатывать и какие суммы вообще здесь крутятся. Ну что ж, если вам интересно, то поехали! Итак, друзья, вот так вот данный сайт выглядит. Называется он KOS.TV. Ссылка именно на мой KOS будет в описании под этим видео. Перейдете и сразу попадете ко мне в кабинет. Здесь я вам рекомендую сразу подписаться на мой канал, чтобы вы смогли отслеживать, сколько я здесь зарабатываю. Так, давайте вот перейдем сразу в производство. Для тех, кто не знает про данный сайт, это аналог YouTube. Но данный сайт, он платит не в долларах, не в рублях. Он платит в криптовалюте, а точнее в токенах KOS, которые торгуются на бирже Binance и которые можно без никаких проблем вывести на данную биржу. Вот давайте перейдем с вами на биржу Binance. Смотрите, я открыл валютную пару KOS-USDT, то есть KOS к доллару. Буквально несколько дней назад один KOS стоил больше 1 рубля и больше 1 цента, но так как это токен, то его цена постоянно колеблется. Так, давайте вот снова перейдем на KOS, давайте вот выйдем с личного кабинета сейчас. Вот такая вот страница появится у вас после того, как вы перейдете под этим видео по ссылочке. Можете смело переходить, я буду оставлять прямую ссылку на KOS, так как у данного сайта нет партнерской программы, поэтому не переживайте, никаких реферальных ссылок я здесь оставлять не буду. После того, как перейдете, вот здесь вот справа вверху нажимаем «Войти», вводим номер телефона, далее нажимаете вот здесь вот ниже «Отправить», вам на телефон приходит код, и вы сразу попадаете в личный кабинет. Так, вот код мне пришел на телефон, я нажимаю «Войти». И вот как видим, я уже оказался в личном кабинете. В первую очередь вот здесь вот слева есть охота за поп-сокровищами. Мы на нее нажимаем и попадаем на вот такую вот страничку. Так, опускаемся ниже. Оставайтесь в системе каждый день и получайте поп и эфириум. Нажимаем «Начать». У меня уже пошла вторая неделя, то есть первый круг я уже прошел. И сейчас уже второй. Нажимаем «Войти». Так, как видим, я получил 100 поп. Нажимаем «Получить еще». Так, открываем сокровищницу. Так, получил еще 150 поп. Здесь, в принципе, все. Теперь идем снова вверху. Охота за сокровищами. У меня есть 250 поп. И я могу пару раз здесь сыграть. Нажимаем первый раз. Вот, отлично, смотрите. Я выиграл 0.6 KOS. Так, закрываем. Вот они уже у меня автоматически перечислились на мой баланс. И как видим, за все время я уже здесь поднял 6 центов. Но я видео не просматриваю здесь. Если вы хотите, то можете прям реально с утра до вечера здесь пилить видосы, просматривать. Постоянно зарабатывать вот эти вот попы. Там за каждый просмотр видео, там где-то около 10 минут, можно получать там по 100, по 200 поп. И сразу вот здесь вот играть. И выигрывать или косы, или попы, или ничего не выигрывать. Здесь бывает по-разному. Так, нажимаем еще раз. Так, как видим, я выиграл теперь 50 поп. У меня ровно 100 осталось на счету, поэтому нажимаем еще разок. Вот как видим, на этот раз мне не повезло. Так, теперь идем в личный кабинет. Смотрите, поп — это внутренняя валюта сайта, она в принципе ничего не значит. Но вот эти поп вам платятся за каждый просмотр видосов, именно чужих видосов, за то, что вы будете просматривать, вам будут начисляться попы, и дальше вы можете на эти попы играть и зарабатывать, к примеру, косы. Как видим, за все время я уже заработал около 140 рублей. Чтобы их заработать, я потратил, ну не знаю, если в общем взять, может быть, минут 20. Я просто взял несколько видосов со своего YouTube канала и перезалил их сюда. Вы также можете брать видосы или свои, или можете брать чужие, но только те, которые не нарушают авторских прав. Вообще данный проект, в него инвестировал сам Binance, и он более считается зарубежным. Зарубежной аудитории здесь гораздо больше, чем русскоязычный. Поэтому, если вы хотите здесь зарабатывать намного больше, то я советую пилить вам видосы на англоязычную аудиторию. В этом случае у вас будут все шансы зарабатывать здесь реально большие деньги.
Теперь касаемо вывода средств. В начале за видосы, вот давайте зайдем в видосы. Смотрите, вот 7 рублей, 3 рубля, 7 рублей. За каждый лайк по видосу, то есть если другой человек смотрит мое видео, ему оно нравится, он его или лайкает, или комментирует. Мне за это приходит оплата. Приходит там по 3 рубля, по 4, по-разному, по 8, как видим, по 11, есть вот 66 рублей. То есть каждое видео, которое у меня есть, оно уже мне принесло какую-то копеечку. Для начинающих авторов это вообще идеальная площадка для заработка. Вам не нужно ждать там полгода, год, пока вы получите монетизацию и так далее. Здесь вы заливаете либо свои, либо чужие видосы. Их прямо сразу, там в первые полчаса уже можете получить лайки на видос, сразу лайкают, комментируют, вы уже получаете вот эти вот средства, и далее они улетают в личный кабинет. Улетают они вот сюда вот, в Vestem. После того, как здесь у вас, к примеру, там наберется какая-то сумма, абсолютно любая, мы идем вот сюда вот в личный кабинет и нажимаем основной сетевой кошелек. И вот как видим, здесь весты мы можем обменять на наши кос. Так, вот давайте опустимся ниже, смотрите. Вот наши операции. Как видим, 16-го я получил 6 рублей. Так, вот давайте еще откроем. Вот 27-го я получил 60 рублей. Также 27-го еще 34 копейки. Далее 31-го было вот 3 оплаты. И пошло-поехало. То есть каждый день постоянно мне здесь идет копейка. И это полностью пассивный заработок. Так, вот давайте опустимся ниже. Смотрите, я уже нажал обменять вест на кос. И 8 числа я на свой основной баланс получу 177 кос. Но вывести я их не смогу. Почему не смогу вывести? Потому что минималка здесь для вывода составляет 500 кос. Если бы я здесь пилил по 3-5 видосов каждый день на косе, у меня уже давным-давно набралась бы минималка. И далее я уже эти средства смог бы вывести на Binance. Ну а на Binance, возможно, начал бы торговать на биткоине, чтобы еще больше увеличить свою прибыль. Или обменял бы на рубли. Я думаю, здесь все понятно. Теперь по поводу загрузки видео. Смотрите, здесь, как я вам и говорил, в принципе, то же самое, что и на YouTube. Я даже загрузку видео показывать не буду, потому что после того, как добавите видео, вам нужно будет просто вставить заголовок, вставить описание до 500 символов, и вставить хэштеги и превью, и все. Вот все, что вам здесь нужно сделать. Теперь по поводу количества загружаемых видосов. Смотрите, ну в первый день вы можете их загрузить, ну, возможно, штук 5. Чтобы загружать их здесь вообще бесконечное количество раз, вам нужно вот здесь вот в личном кабинете, где стамина, вот написано, это ваша энергия. С каждым загружаемым видосом вот эта вот энергия тратится. Ее можно докупать. Вообще там за центы, вообще за копейки она докупается. Но если вы просто хотите там заливать где-то ну по 2, по 3 видоса в день, то именно вот этой вот энергии 100 тысяч вам хватит с головой, чтобы заливать по 2, по 3 видоса в день. Так, ну что ж, в принципе, я думаю, я подробно рассказал вам про данный сайт. Как видим, у меня уже 40 подписчиков. Здесь большая часть это мои подписчики из моего YouTube канала. А также другие люди, которые посещают КОС. Здесь чем круто? Здесь нет негатива, как на YouTube. Здесь нет хейтеров и других подобных людей. Здесь в основном на видео пишут очень классные комментарии, дарят различные подарки и так далее. То есть аудитория здесь абсолютно лояльна к авторам. Негатива здесь просто нет. Вот давайте, к примеру, откроем мой видос, вот который набрал там около 60 рублей. Вот давайте откроем. Так, вот опустимся ниже, смотрите. Набрал он у меня 55 лайков. Здесь люди мне уже вот начали дарить различные подарки. Как видим, 430 просмотров уже было данного видео. Вот опускаемся ниже, смотрите. Лайк, лайк, хорошо, хорошее видео, норм. Автор потрудился, красиво. И пошло-поехало. То есть здесь реально хейтеров просто нет. Поэтому для новичков это идеальный вариант для заработка. Площадка реально крутая. Если вы здесь, как я и говорил, хотите зарабатывать намного больше, то я, конечно же, советую вам заливать видосы для англоязычной аудитории. Особенно круто видосы заходят про криптовалюту. Где эти видосы брать, я вам рассказывать не буду. Как я вам и говорил, видосы вы также можете использовать и чужие. КОС этого не запрещает. Но если автор данного видео увидит свое видео, к примеру, на КОС,
то он просто может написать в техподдержку, и ваше видео, которое вы залили, удалят. Но за это время, я думаю, уже можно будет с данного видоса срубить неплохие деньги. Поэтому имейте также в виду. Давайте вот опустимся на главной странице ниже, смотрите. Видосы набирают и по 189 рублей, по 256, вот 40, 45, 170 рублей, 157 и так далее. Вот опускаемся ниже, смотрите. Походу китайское видео, да, вот уже набрало почти 7000 рублей, 2000 рублей. Вот также 2800. То есть зарабатывать здесь можно довольно-таки неплохо. Ну что ж, на данном этапе я видео буду заканчивать. Я надеюсь, я подробно рассказал вам, как можно зарабатывать на сайте КосТВ. Данный сайт выплачивает, об этом вообще можете не переживать. Проект реально крутой. Поэтому, кто еще здесь не зарабатывает, переходите по ссылочке под видео на данный сайт. Регистрируйтесь, пилите видосы, зарабатывайте бабки и радуйтесь жизни, друзья. Ну а я на этом с вами прощаюсь. До скорых встреч!